Добрый день, дорогие друзья, уважаемые поклонники футбола. Мы рады вас приветствовать на стадионе «Октябрь». Нью-Йоркская футбольная лига, UFL-2, нашему вниманию. И матч с участием команд Академии Родины и Ростова. Встречаются команды, которые занимают место в середине турнирной таблицы. Седьмой номер, но с капитанской повязкой в рукаве. Он и начинает этот матч первым касанием центрального круга. За ходом этого матча вместе с вами следить и комментировать игру для вас будет Артем Гурьев, поэтому... Добро пожаловать сюда, на стадион «Октябрь». И первая атака Родины сулит закончится опасным моментом. Вертикальная передача последовала на Дубровского. И тот на скоростном рывке ушел. Можно играть Естратову этот мяч. Сбежал он офсайда, уходит в бровку, простреливает. Прием мяча от Глотова. Скидка, удар Криульского, попадание в Глотова, рикошет. Который все старания Родины в этой атаке помножил на ноль. Холкина даже здесь угодил. Криульский. Пужалин выиграл вверх. И далее Глотов поставил корпус и прокинул мяч мимо двух. Опасный момент. У Артема Глотова бьет в ближний угол. Здорово разобрался здесь с двумя оппонентами. Но немножечко так в лицевую ушел. Следует навес. Борьба за мяч. На дальней штанге мяч оказывается в сетке. Артем Криульский. Это 1-0. Стандарт приходит на помощь Родине. Подача Ваняна. Здесь скидка на дальнюю штангу. Вроде бы до мяча Гридин достал. Ну а замкнул эту передачу Ваняна на дальней штанге Артем Криульский. Берет разбег Глотов и действительно бьет с отскоком от газона. Добивание будет. И будет второй забитый гол. Разбегается. Глотов бьет. Отскок от газона. Не справляется Вадим Власов. Или даже Глеб Гридин. Хороший момент. Холкин с мячом в штрафной площади. Ой-ой-ой, какая красота могла бы получиться. Двоих обыграл, а таким же финтом пытался еще и голкипера на газон положить. И здесь Холкин прошел одного, второго. И здесь между даже прокинул соперника. Убирал мяч под левую. И вариативность атаки приносит результат. Но нужно действовать внимательно. У своих ворот на ровном месте привезли. Привезли этот момент и пропустили футболисты Родины. Лунев здесь допустил ошибку, накрыли его, вышел из ворот Вдовин. И здесь, по сути дела, они были на одном замахе вместе. Увидим, те атакующие игроки, которые ярко себя проявляли в первом тайме, стали гораздо более глубоко действовать. Но из этой глубины приходит атака и приходит забитый гол Артемом Холкиным. 3-1 становится счет. Криульский сделал отличную проникающую передачу между линий. Этот прессинг ни к чему не приведет. Лучше помочь команде на своей половине поля. Дальний удар. Вдовин спасает команду. Возможно, будет добивание. Мадрахимов сместился и пробил. Вот по такой уходящей траектории. Восстановил он разницу и преимущество Родины в два забитых гола. Но вот и звучит финальный свисток. Таким образом, Родина одерживает победу. С чем мы, болельщиков этой команды, поздравляем.